Привет всем любителям самодельных звуковых синтезаторов Sequenizer Maxi 8. Секвенсор и нойзовые всяческие трансформации звука. Так, ручки. Включение питания. Питание 220 вольт от розетки. Питание. 8 шагов секвенсора. Это его тоны. 8 тонов каждый шаг. Темп секвенции. Режим звуков короткий, пиццикато P. И легато сплошные. Здесь отрывистые, здесь сплошные переходы между нотами. Общая громкость. Это блок изменяющих, изменяющие, блоки изменяющие звук секвенсора. Когда тумблеры вот эти в центральном положении, то звук идет без изменений. Есть в других положениях уже всяческие трансформации и взаимовлияния. Так, этот тумблер включает блок Atari Pan консоль, здесь встроенный, что это как генератор, который влияет на звук. И вот его громкость. Чем громче он, тем он больше влияет на звуки секвенсора. Это режимы сенсоров. Раз, два, три, четыре, пять. Разные режимы сенсоров. И всяческие noise трансформации, noise призвуки. Так, это генератор Atari Pan консоль. Этот тумблер дополнительно завязки дает. А в этом положении еще включается струна звуковая, которая шумит и тоже добавляет свои шумовые искажения и дополнения звуковые. Это тоже его громкость, это тумблер. Центральным, повторяю, чистый звук, мы с него и начнем слушать. Ручка сюрреализм. Она должна быть всегда в обычных режимах на минимуме, а потом уже сюрреализм и секвенсор как бы застывает и полуживет, и там уже дополнительные эффекты появляются, которые я еще все звучания сам еще не знаю. Это во многом даже квест-синтезатор, потому что здесь не все, я еще знаю, что как звучит. Это фильтр. Две ручки, резонанс, фильтр, режимы фильтра. А здесь включен-выключен. Так включен, так выключен. В центральном положении вообще тишина. Надо будет здесь подписать еще какой-то on, on, off. Может быть, подпишу. Дилей, он имеет тут большое значение, так как это секвенсор, он умножает отдельные сигналы на многие частицы, дроби, и обогащается звучание, особенно в режиме пиццикато P. Так, это уровень дилея, это время дилея. Кнопка, которая дилей придает дилею интересный звук, это регулировка воздействия на дилей, такой мясной звук, потом услышите. Так, фильтр, дилей, сюрреализм, генератор Atari Pan консоль, струна, блок сенсоров, темп, режим, общая громкость, тона, включение. Поехали. Так, чистый сейчас без, ну-ка, без дилея, да.
Ага, вот этот тумблер я забыл выключить. И он в центральном положении, он дает тишину, что тоже можно использовать при определенных режимах дилея. Сейчас я его включаю без фильтра. Это отдельная тема. Выберем, допустим, такой вот темп. Здесь в среднем положении он сейчас будет молчать, но при дилее он будет давать шлейф интересный. То есть сенсоры очень мощные. И потом с дилеем это будет гораздо все интереснее. Так, что мало. Здесь уже такой полный марш. Сейчас уже начнем дилей включать, потому что без дилея все это сухо и неинтересно. Вот дилей уже будет давать погоду. Вот сухой звук берем, потом noise я добавлю и добавляем дилей. Thank you.
Thank you.